Всем привет! Хотела показать вам свою посылочку с Алиэкспресс. Такие вот камушки пришли. Одну я уже открыла, получается, вытащила, а вторую открыла, и упаковки были порванные. То есть они вот тут все порвано было. И, в общем, когда я вытаскивала, одна вот такая маленькая штучка у меня упала и ушла в стиральную машинку. За стиральную машинку, то есть куда-то туда. Я не могу ее сейчас найти. В общем, если будете заказывать, аккуратно доставайте, потому что может упаковка быть порвана. Тут вот тоже внизу вот порвано. Наверху тоже все порвано. Вот, сейчас покажу. Так, упаковки здесь, как пишет продавец, 50 штук. 50 разных. Таких вот стразов. Они, получается, стеклянные идут на цапах. Цапы, конечно, так себе. То есть по качеству тонкий такой металл. Если так видно. Камень маленько шатается. Ну, совсем чуть-чуть. А так вообще переливается, конечно, супер. Особенно на солнце. Вообще классный. Потом пересчитаю, сколько штук. Так, они вот разные тут идут. Заказала я на ободки, на ободочки, на короны. Сейчас такие вот модно. С такими большими камнями что-то. Тут прикольно то, что стекло идет. Одна получается упаковка 250 рублей примерно. Может там чуть поменьше. Вот розовые, по-моему, даже 270 было. Это со скидкой у него. Этого продавца. Переливается, конечно, вообще супер. Так, такой взяла темно-синий. Вроде нигде никаких сколов нету, царапанных тоже нету, все нормально. Единственное, что вот сейчас покажу. Единственное, что вот держится. Сейчас настроится, вот. Бывают такие, что вот шатаются. Ну, в принципе, можно их как-то вот прижать посильнее, и тогда они шататься не будут. В принципе, ничего страшного. Так вообще, конечно, классный товар. Мне нравится. Так, сейчас вот розовенький покажу. Розовый чуть-чуть дороже, чем остальные. Не знаю, камера передает цвет, нет? Такой прям нежно, нежно-розовый. Переливается классно, это вот в тени. А если на солнце, вообще, наверное, супер. Ну, и цвет. Прозрачный, то есть. Тоже красивый. Там был черный, но я черный не стала, потому что черный, он прям чисто черный идет, как бы без всяких там этих переливаний. То есть он прям как это плотный такой черный. Не очень. А вот этот вот, даже если с черными бусинами делать, мне кажется, намного оригинальнее будет смотреться, потому что тут есть переливы всякие. Вроде все бусинки на месте. Все, вернее, все камушки на месте. Еще сейчас, конечно, пересчитаем. Вообще, конечно, вообще пишет продавец, что 50 штук в упаковке. Но по отзывам там в некоторых 51 штука. Может попасться 52, бывает вот так вот. Это чисто прозрачный.
Вообще классные. Я там довольна покупкой. И красный остался. В такой упаковке. Вообще красота. Сейчас покажу на солнышке, как переливается. В общем, пересчитала я камушки. И получилось так, что зеленых 45 штук всего. Еще плюс одну я уронила. Было 46. А заявлено 50. И упаковка плюс порванная была. Думаю, что, возможно, они там как-то потеряли половину. А всех остальных по 51 штука. То есть на одну штучку больше. В принципе, камни так-то хорошие, сколов нету. Спор, наверное, не буду открывать. Но вот говорю, что открывайте аккуратно, если будете заказывать, потому что может быть порвана упаковка, и ваши стразики могут посыпаться. Так, вообще, конечно, качество супер. Единственное, что в ЦАПах держится, некоторые камушки держатся прям слабенько, но можно закрепить, это не критично. За такую сумму 250 рублей, и то там даже не 250, как бы цены разные. Сейчас, если найду, посмотрю, сколько стоят они. Так, ну вот, синий получается $3.66, зеленый $3.94. Так. Сейчас. Белый 3.96, красный 4.58, вот красные дорогие вышли. Серый 3.98 и розовый 4.78. В принципе, красный и розовый, видимо, ходовой какой-то такой товар. Поэтому на них сумма чуть побольше. А так, я думаю, что цена довольно-таки приемлемая. Вообще, вот эти вот, как бы, такие стразы, стразами можно обшивать шапки. Там вот очень красиво смотрятся. Они такие узорчики делают. Я видела в интернете. Ну, вообще классно. Всякие там разные такие эти собирают. Красиво, чтобы было как-то там, ну, что-то наподобие там. И красиво обшивают шапочки, перчатки, джинсы можно, рубашечки на лето. Сейчас вообще супер. Ну вот я для ободков заказал, для гребней. У меня все туда уйдет. Вот так вот. Ладно, ссылочками поделюсь с вами. Листики заказала. Тут 50 штук в каждой упаковке. Такие очень прикольные. Они получаются с рисунком. И с одной, и с другой стороны рисунок. Получается, и с одной, и с другой стороны рисунок отпечатан. Маленькие такие. Аккуратненькие. Вот такие шапочки для бусин. В форме бутона. Очень классно будет на гребнях или веточках. Да даже ободок можно. Ну, в общем, прикольно. Мне кажется, там бусина будет так смотреться. Очень оригинально. И взяла в серебристом и в золотистом цвете. Вот такая штучка. Там еще были бутоны у него. Ссылку оставлю. Посмотрите. И сказала, такие разные шапочки для бусин. Не думала, если честно, что так много придет. Я думала, поменьше будет. Но такой тяжеленький мешочек. И вообще разные-разные шапочки. Очень классные. Мне понравился вот этот товар. Еще закажу, если когда кончится. Вообще разные всевозможные такие красивые шапочки.
Вообще, очень классные. Тяжеленькие такие. Стянутые тканью. Там по 5 штук. 5 черных, 5 белых было. Ничего, такие прикольные. Упругие. Не скажу, что хлюпенькие. Вот так прошитыми. В принципе, хорошо сделано. И довольно-таки дешево. Посылка быстро пришла, где-то 2 недели примерно. Такие черные, они 1.5 сантиметра идут. И белые, и черные. Не хлюпенькие такие. Упругие очень. Хорошие. В общем, мне нравятся. Есть прям такие мягкие-мягкие ободки. Прям хлюпенькие такие. А эти, ну, такие нормальные. Вот такая вот посылка. Все, всем спасибо. Заходите на мой канал, смотрите мои видео, ставьте лайки, поддерживайте меня. Все, всем пока-пока.